вечер. Сейчас будет детский стишок про таксу. Таксу мы везем в трамвае. Наша такса громко лает. Наша такса хулиганит и не слушается слов. Тетя в белом длинном платье на сиденье громко плачет. У нее на белом платье от собачкиных следов образуются узоры. Облака, моря и горы из грязнющих отпечатков двух передних наглых лап. А ее соседка справа таксу палкой тычет вправо и рычит сама, как такса. Боком к двери, словно краб, пробирается военный, молодой и здоровенный. Но вцепилась наша такса в камуфляжные штаны, разорвала дяде брюки и скусала тете руки, а царапала мальчишку перед таксой все равны. Для принятия срочных мер вызван милиционер. Кто тут хулиганит? Здрасте! И притихла наша такса и обиселась чуть-чуть. За проделки злой собачки такса ассигнаций пачка, заявил наш участковый и добавил: не забудь, чтобы граждан не бесить, таксу впредь вози в такси. Спасибо.